Всем привет, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Если вы желаете купить квартиру в Alanya, то звоните, пишите на номер, который указан в описании этого ролика. С вами Агасти. Нашел для вас трехкомнатную квартиру под ключ в районе Махмутлар, недалеко от моря, по очень хорошей цене, обставлена. Так, я сейчас нахожусь около улицы Ататюрка. Здесь такой проект с бассейном и с маленьким садиком. Расстояние от моего места до воды Средиземного моря 550 метров максимум. Вот такое здание. Время съемки 7 часов вечера. Так, проект был сдан в 2014 году. Там душевая часть, вот такой бассейн, 10 метров в длину, 3 метра в ширину. Marriott Tower Office. Есть бассейн. Айда тут 190 лир. Есть только бассейн и лифт. Такой айда из-за того, что мало квартир в этом проекте и большой бассейн. Лифт открывайся. Так, вот такой лифт. Вместимо 4 человека. Поднимайся на 4 этаж проекта 5-этажного. Поднялись мы на 4 этаж. По турецким меркам, а так это 5 этаж. На этаже у нас 6 квартир. Входим в эту квартиру. Здесь у нас прихожая. С правой стороны у нас шкафчик. Вот такая шляпа. Шляпу я заберу. Так. Здесь штучки, такие стульчик, зеркальце, картинка. Квартира продается с мебелью и бытовой техникой. С правой стороны у нас санузел. Тут душевая кабинка. Она хозяйка вообще никогда не пользовалась ею, так что новая. Здесь у нас санузел второй. Вот. Проточный водонагреватель фирмы Siemens. Стиральная машинка Arçelik. Так, здесь у нас просторная спальня, как минимум 15 квадратных метров. Так, здесь балкон. Вот такой вид с балкона. Здесь ничего не будет строиться, также в этой стороне, потому что это участок мэрии Алании, наверное, когда-нибудь сюда сделают парк. И сюда. Так. Сторона здесь южная. Южная часть моря в той стороне. Тут в той стороне у нас субботний рынок, центральная часть Махмутлара. И в той стороне также у нас башня часов, банкоматы, рестораны. Также наш офис там. Приходите на чашку чая. Так. Вот. Еще спальня просторная, не маленькая. Видите, да, сколько здесь расстояния? Как минимум 2,5 метра. Ну, планировка в длину. Кондиционер Vestel. Так, этот вентилятор я себе заберу. Так, идемте дальше. Угу. И здесь у нас гостиная комната. Тут у нас вот музыкальное оборудование, аксессуары, но это все, вот это она заберет. Как сказала хозяйка, она не может жить без музыки. А я не могу жить без танцев. Я могу даже станцевать лезгинку. Когда купите эту квартиру, включим музон и потанцуем. Вот, дорогие зрители, у нас вот такая гостиная комната. Просторная, совмещенная с кухней. Два холодильника. Угу. Вот. Один Arçelik, другой Байкал. И еще. Она сказала, и телевизор заберет.
так. Вот такая квартирка. Выход на балкон. Балкон можно застеклить. Не маленький балкон у нас. Здесь немножко краска сошла. Здесь вот такой вид. Эта сторона восточная, та сторона южная. Так что здесь ничего не построят. Это место для парка. Подведем итог. Красивый фон. Дорогие зрители, ну как вам квартирка в среднем этаже? Южная и восточная сторона. Здесь как минимум 105 квадратных метров жилая площадь. А брутто считается как 125 квадратных метров, как минимум. Продается с мебелью, и бытовая техника. Айдат 190 лир, но я объяснил по каким причинам. Так мало квартир в этом здании. Есть большой бассейн. И все. А, и лифт. Цена этой квартиры 66 500 евро. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Все, с вами был Агаси из солнечной Алании, район Махмутла. Всем пока-пока.